когда-нибудь раньше играли без болельщиков? Нет, не играл. Но, конечно, это совсем тяжело, потому что особенно играем дома, и, конечно, поддержка болельщиков всегда нам нужна. И просто это чувствуем на поле и дает нам больше, там, больше силы. Просто так атмосфера такая, что просто терять нас там, давить нас, чтобы сделали лучше на поле. А можно ли сказать, что от такой победы немного меньше эмоций? Меньше эмоций, но не сказал, просто это большие эмоции сегодня были. Выиграли игру 6-2, 6 гола забили. Я не помню в этом сезоне, если выиграли и кому забили 6 голов. Но самое главное сегодня, что мы взяли 3 очка. И на следующий шаг, конечно, есть возможность выйти из этого красной зоны. Взаимопонимание с партнерами по линии обороны улучшается? Ну, конечно, улучшается. Как играем, да, каждые 3-4 дня, конечно, там у нас отношения, лучшая коммуникация, ну, улучшается просто.